Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашии программа «По существу». И сегодня у нас в студии главный онколог Чувашской республики, заведующий отделением республиканского клинического онкодиспансера Сергей Гафонкин. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас в Чебоксарах проходит в феврале месячник борьбы с онкозаболеваниями. Какую цель вы преследовали, объявляя этот месячник? Мероприятие месячника приурочено к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который прошел 4 февраля и ежегодно проходит 4 февраля. И основная задача – это привлечь внимание общественности, внимание населения к проблеме онкологических заболеваний, рассказать о необходимости своевременной диагностики, о необходимости следить за своим здоровьем, приходить к врачу, не бояться обследования, не бояться онкологов, в принципе. Население просто должно быть информировано о том, что есть такие болезни, онкологические болезни, что их необходимо находить на ранних стадиях, что они поддаются лечению, что их можно лечить, и что нужно за собой следить и следить за своим здоровьем. Население информировано, в этом не приходится сомневаться. Но ответная реакция какая-то есть. Вы замечаете, что в последнее время больше людей стараются как-то обратиться, поинтересоваться состоянием своего здоровья? Да, конечно, население стало более грамотно в вопросах медицины вообще и в вопросах онкологии. Этому способствуют и средства массовой информации, которые рассказывают обо всем об этом, и федеральные каналы, и республиканские каналы, и радио, и ресурсы интернета, которые информация в общедоступном доступе. Поэтому люди стали более грамотные, они стали больше внимания обращать на свое здоровье, стали чаще приходить к врачу, стали, скажем так, способны к большему сотрудничеству с медицинскими работниками в направлении, в части лечения и в части сохранения своего здоровья. Это каким-то образом повлияло на статистику? Она изменилась? В 2014-2015 году Министерством здравоохранения и Республиканским онкодиспансером проведено несколько мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к проблемам онкологии. Образовательные мероприятия для врачей, в том числе мастер-классы, для хирургов, для химиотерапевтов по лечению различных заболеваний. И все вот это привело к тому, что улучшилась цифра ранней диагностики злокачественных новообразований в Чувашии. Если она в 2015 году составляла 54,7%, то в 2016 – 55%. Есть заболевания, при которых, в общем-то, успех лечения во многом сопряжен с тем, на какой стадии заболевание обнаружено. Если заболевание, например, рак молочной железы, опухоли кожи, иногда опухоли желудка, рак толстой кишки, найти на начальной стадии развития этого заболевания, то заболевание может быть полностью излечимо. Даже полностью? Даже не то, полностью, что просто хороший прогноз. Да, даже полностью излечимо. А вообще, какова сейчас статистика? Какой из видов рака лидирует в Чувашии? В структуре онкологических заболеваний в Чувашии лидируют опухоли кожи, злокачественное образование. На втором месте опухоли легкого. Злокачественное образование ободочной кишки, опухоли желудка, опухоли прямой кишки. У женщин на первом месте рак молочной железы, на втором – злокачественные опухоли кожи, на третьем – рак тела матки, на четвертом месте – рак ободочной кишки и пятерку замыкает рак шейки матки. У мужчин – рак легкого, рак кожи, также ободочная кишка, желудок, прямая кишка. Что необходимо сделать человеку, который, может быть, сам у себя заподозрил, что что-то не в порядке, может быть, кто-то ему посоветовал? Как можно обратиться к вам? Порядок обращения в онкодиспансер следующий. Если у гражданина, у человека или человек заподозрил у себя наличие онкологического заболевания, он обращается к участковому врачу, к врачу общей практики, там, где он проживает, в медицинскую организацию по месту жительства. И далее или онколог, тот, который есть по месту жительства, или участковый врач, или врач общей практики, то есть специалист там, где проживает гражданин, в случае необходимости проводит дообследование, уточняет все по состоянию здоровья, подтверждает подозрение на новообразование или, наоборот, отвергает его и в случае необходимости направляет человека в республиканский онкологический онкодиспансер. Далее, в республиканском онкодиспансере
у нас работают в поликлиническом отделении врачи-онкологи. Там осуществляется консультативный прием, проводится дообследование в случае необходимости, верификация диагноза, какие-то дополнительные исследования. И если диагноз подтверждается, то гражданин получает лечение в условиях онкологического диспансера Чувашской Республики. Если, условно говоря, мои знакомые, мои родственники живут за пределами Чувашии, но наслышаны о том, что в республиканском онкодиспансере очень хорошо и внимательно относятся к пациентам и хотят попасть именно к вам, какие будут условия? Для этого нужно просто обратиться в онкологический диспансер, пройти там обследование, и в случае необходимости будет оказана медицинская помощь любому гражданину Российской Федерации. Сергей Александрович, несколько месяцев назад введен в строй долгожданный новый хирургический корпус онкодиспансера. Каким-то образом вы уже почувствовали изменения в работе или пока нет? Безусловно, мы изменения почувствовали. Современный, хорошо оснащенный хирургический корпус онкологического диспансера. Большое отделение, куда переместился ряд сложных таких хирургических отделений онкологической службы. Палаты, благоустроенные палаты, двухместные, трехместные палаты с телевизором, с хорошим ремонтом. То есть все это улучшило пребывание пациентов в онкологическом диспансере, вообще эмоциональную обстановку улучшило. Открыто отделение реабилитации, что, в общем-то, способствует выздоровлению наших пациентов. И, конечно, хорошо оснащенный оперблок с самым современным оборудованием. Докторам тоже стало легче. Докторам тоже стало легче, удобнее и приятнее работать. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был главный онколог Чувашской Республики, заведующий отделением Республиканского клинического онкодиспансера Сергей Гафонкин. Всего доброго и до свидания.